Короче, полетели. Ну, на дымящемся самолете, это, конечно, в кайф лететь. Ну да ладно. Все, забираем с собой все досочки, все березы, все вот это вот забираем. Итак, всем привет, дорогие друзья, как видите, я уже белый, ну, у Эмиральды, вы это видели, кстати, предыдущая серия, у него кто не видел, и мы сегодня заканчиваем вот этот цикл, ну, какой цикл это, ну, летсплей. Перед тем, как смотреть эту серию, обязательно посмотрите прошлую. Я это уже сказал! Смотрите, да. Мы что будем делать? Сегодня улетаем с островов и дальше будем продолжать наш летсплей. Окей, Эмиральд, ну так что? Но поскольку сразу улетать это... Летсплей получится на 3 минуты. Мы сейчас будем немножечко... собираться. Да, мы будем собираться, а именно убирать квартиру. Хотя какая-то квартира. Классная квартира очень, я бы в ней жил. Бомжать. Ставь лайк, если жил бы. Ставь лайк, если бы не жил тут. О, смотри, а там тумбы-юмбы же живут, да? Вот там. Да, там тумбы-юмбы живут. Ну, может, давай сплавим? Ой, а чё, Александр пистолет? Смотри, смотри. Ты где? Ну ладно. Подойди к кораблю. Кораблю. Даже Александр Пистолетов, походу, решил свалить. Не, реально, он что-то все, он от нас уже отваливает, да? А, арбуз? У меня нет арбуза. Кстати, давай к тумбум-юмбум сплаваем. Не, без лодки, давай так. Давай так. А, вон они стоят. Давай. Может, я сказал без лодки, ну-ка. Ой, я ленивый. Жирная жопа. Так вот. А, разбился. Ну что, привет, тумбы-юмбы. Сюда, может, тумбы-юмбы? Себя убей. О, ладно. смотри. А, мне показался этот железный блок. Я думал с собой еще взять железных слитков. Нет, не выйдет. Стой, а что будет, если... Ой. Я все понял. Он видит, что я не черный. Убивайся. Ты куда его утопил? Хрена ты. Все, я его утопил. Сейчас мы еще этих тумбоюмб утопим. Нифига. Короче, ладно. Я как Джон Сина им раздал просто. Ой-ой-ой, подлагало что-то, поплыли отсюда, короче, хрен с тумбами-юмбами, они все равно... У меня что-то вылетело. Ой, вылетело, Эмиральд. Ну ладно, мы прожмем паузу. Так, ну... Арбузы! Видимо, Эмиральд работал на рынке когда-то. Короче, пошли отсюда, там тумбы-юмбы снова отспавнились. Это ни хрена не смешно, Эмиральд, поплыли. Нет, знаешь, что смешно? Просто нырни сейчас под воду и посмотри в эту дыру, как она комично выглядит. А я не вижу, понимаешь? Потому что у меня с шейдерами, с севсами. Не, я могу, конечно, отключить их на секундочку. Ой, ну и чё, ну дыра... Ё-моё, чё это из неё капает? Господи. Потекла труба. Ладно. Полезли обратно. Полезли. Собирать вещи, давай. Окей, let's go. Так. Тыкву я, пожалуй, с собой. А, нет, тыква у меня есть. На мое лицо одевать. А в следующем, в продолжении мы куда поплывем? Полетим. В продолжении, это каком продолжении? Ну, летних приключений. А, летние приключения, ребят. Это пока что... в общем, секрет, но если вы сейчас же поставите лайк, я жду 3 секунды, я вам все это расскажу. В общем, раз, два, три. Во, вижу, поставили лайк, ладно, небольшой спойлер. В общем, мы полетим в другую страну и будем там жить. Короче, в город ютуберов, типа того. Ага, окей, и... Хорошо. Ну, думаю, это интересная идейка. Да, мы летим туда с целью того, чтобы сделать королевство качественного контента. Ну, королевство, летсплей и... Понимаешь, Эмиральд, летсплей и качественный контент — это несовместимо. Так, собирай все вещи, шерсть, думаю, нам тоже понадобится в пути, гнилую плоть мы скинем. Тем более качественный контент... Так, все, хорош про ваши эти политические дела. Ни хрена ты как индейка орёшь. Больной. Так вот, золотые монеты, золотые... Я в первую очередь забираю зарплату с Air. А, ну да, точно. Меркантильное чмо. Так вот. Ну-ка не бей меня, я же это. Если я подбелился, это не значит, что я все еще не черный. Все, забираем с собой все досочки, все березы, все вот это вот забираем. Тут остались патроны для пистолета. О! Бэм. Александра Пистолетова. Так, часы нам, думаю, в пути тоже понадобятся. Так, красная пыль не понадобится. Пузырьки воды попить нам там, а то вдруг это. Как-то. А у бабы!
из них делают шоколад. Именно. Так, о, а кто телефон в печку положил? Ты что, больный, что ли? Телефон в печку? Да. Так, что нам не понадобится? Это, слышь, это эксперимент. 100 слоев телефона в печке. Amazon 5 Note. Что будет, что если будет, телефон поджарить на Amazon 5 Note? Да ничего ему не будет, потому что это неубиваемый бренд. Окей, пошли. Вот, это будет сейчас. А, стоп, я кое-что забыл. Мы должны же топливо сделать. Оно как-то вот так делается, вроде, сейчас посмотрю. А, да, вот так. Отлично. Ну, думаю, пару канистр сделаю, а то мало ли не хватит. Ну. Парочку канистр. Вот, все, вторая канистра, поехали. Бэм. Все. Полетели. Так, ты где? Эмеральд у нас завис. Поздравляем, это... Юмор, ты кто такой? Ты Дэвид Блейн. Ой, алло. Эмеральд, прием. Понятно. Так, все, Эмеральд отлагал у нас, побежали теперь. Да, и, кстати... Взлетную полосу. Ну, а то смотри, ты погоди, у нас тут сейчас будет месиво. Вопрос от всех людей в мире. Какой у тебя телефон? А, я его просрал. У меня был Redmi Note. Четвертый. А у меня телефон, катушечный. Ну, знаете, такой, на колесике. А, класс. Короче, полетели. Советский. Ну, на дымящемся самолете, это, конечно, в кайф лететь. Ну, да ладно. Да. Делаем звуки себе потише, потому что он будет грохотать. Сильно. Ура! Ура, кажется, мы летим! Да-да-да. О, ура! Нормально! Есть, отлично! Фух, мы полетели! Ну, хоть, ура! Хоть под водой, но полетели. О. Да, и это отлично, мы ничего не сломали. Ух ты ж. Класс. Фига он быстро летит, биплан. Ой-ой-ой, что-то да. Подлагивает. Собственно, ночью. Дорогие друзья, мы увидимся в следующем летсплее, а пока мы просто летим. Всем спасибо за просмотр.